Пластовском районе сотрудники полиции отыскали женщину, которая ушла в лес по грибы и заблудилась. В итоге ее нашли на следующий день. Как она потерялась и как ночевала в лесу, расскажет наш корреспондент. Приобнять молитву. Пожалуйста, даже их обниму, своих спасителей. Дай Бог здоровья. Это вот спаситель ваш. На этом видео полицейские уже проводят беседу с недавно найденной пенсионеркой. Женщина с дочерью днем ушла в лес по грибы. В какой-то момент они разминулись и найти друг друга уже не смогли. Дочь сразу же обратилась к спасателям. Сама пропавшая рассказывает, как сутки выживала в лесном массиве. Потом шла и уже темнеть стало. Я прилегла на какой-то хворост, короче говоря. Но вместо подушки у меня была сумка с грибами. И просто так физкультурой занималась, ходила, растиралась. Чтобы отыскать 81-летнюю пенсионерку, развернули масштабную спецоперацию. Лес был поделен на секторы. Были привлечены сотрудники МЧС, а также специалисты-кинологи. Нашли бабушку, идущей по полю на рассвете в 7 часу утра. Где-то в километрах 4 от улицы Увельской, город Пласт, данная гражданка была найдена. Ей оказана доврачебная помощь. Вода перекусить. И далее данная гражданка была передана родственникам. Женщине оказали доврачебную помощь и доставили домой. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ранее указанная гражданка не уходила, была в добром здравии. Сотрудниками полиции были проведены поисковые мероприятия, в ходе которых гражданка 1939 года рождения была обнаружена в лесном массиве. Родные и близкие благодарят спасателей за работу, а руководство отдела МВД рассматривает вопрос о поощрении сотрудников полиции, которые отыскали женщину.